На Украине радикалы начали терроризировать беременную женщину, которая отказывается сдавать деньги на так называемую антитеррористическую операцию в Донбассе. Кадры, которые сняла камера наблюдения у подъезда, сейчас активно обсуждают в социальных сетях. Молодые люди, которые представились полицейскими, пришли домой к киевлянке Светлане Пикте. Женщина была в квартире одна, поэтому дверь не открыла. Тогда непрошенные гости пригрозили навестить ее в следующий раз. Уходя, они обклеили подъезд листовками с фотографией Светланы и ее паспортными данными. Позже выяснилось, что это были участники молодежной неонацистской группировки. В соцсетях они обвинили Светлану Пикту в сепаратизме и опубликовали ее адрес с призывом навещать женщину, пока та не образумится. Гнев неонацистов беременная киевлянка вызвала тем, что ранее высказалась против поборов в счет украинской армии. Деньги собирали через родительский комитет в школе, где учится ее старший ребенок.